Добрый день, коллеги, с вами Ирина Хмелевская. И сегодня про психологию, скорость и деньги. Как это вообще связано между собой? Сейчас немножечко подожду, пока еще народ соберется. Отлично, да, первые люди пошли, значит, все, поехали. Про психологию, скорость и деньги. Как это связано? Вы знаете, когда я слушала очень большое количество других курсов, особенно про деньги, потому что я сейчас занимаюсь именно психологией денег, денежного мышления, как это вообще связано, связано это обязательно с родом, с родителями, с родительскими установками, но тем не менее есть такая штука, которая связана именно со скоростью принятия решений и со скоростью действия, как быстро вы делаете после того, как вы услышали какую-то информацию, как долго вы откладываете что-то, сколько у вас вообще незавершенных дел существует, потому что именно большое количество незавершенных дел оттягивает туда энергию, и каждый раз, когда вы вспоминаете про какое-то незавершенное дело, то у вас, соответственно, мысли туда возвращаются, и внимание туда возвращается. Это про незавершенные дела. И на самом деле незавершенные дела, еще раз, это когда вы должны что-то сделать, но у вас не хватило ни времени, ни сил, ни еще чего-то там, ни ресурсов на то, чтобы это закончить. И это, еще раз говорю, оттягивает ваше внимание, оттягивает вашу энергию туда. И я прям даю в интенсиве про деньги и в модуле «Деньги», у нас в клубе есть модуль «Деньги», где я даю прям такое маленькое задание составить список незавершенных дел и потихонечку начать их завершать, либо отказываться и просто никогда не делать. Как это связано со скоростью? Смотрите, именно скорость принятия решений, когда вы услышали о чем-то, например, вы услышали про то, что есть клуб богатых психологов, и я точно знаю, что есть люди, которые ждут месяцами, ждут сами не знаю чего, там, я не знаю, каких-то подтверждений, каких-то там, еще, может быть, там, пока действительно возникнет вот это вот доверие. Я знаю, что есть люди, которые, например, подписаны на вас, как на психологов, и они вас читают, и тоже очень-очень долго принимают решения. То есть они такие, знаете, немножечко вот медлительные. Медлительными быть на самом деле не так уж и плохо, с одной стороны. То есть когда вы, например, затеяли какой-то проект, когда задумали что-то. Я, например, могу очень долго думать над созданием проекта. То есть мне прям действительно бывает нужно прям несколько месяцев, чтобы создать какой-то проект. Но это, знаете, как момент рождения ребенка. Ну, то есть вот на рождение ребенка нужно 9 месяцев. Да, у него там сначала появляются там туловище, потом там ручки, ножки, там внутренние органы и так далее. И вот здесь все то же самое, то есть что делать? О, все, наладилось. У нас, я прошу прощения, у нас сегодня очень сильный ветер в Барселоне, и у нас ветром сдувает, видимо, связь. Связь сдувает ветром, я прошу прощения за связь, но ничего не могу сделать, потому что ветер в Барселоне, очень сильный ветер, хотя очень солнечная и солнечная погода и голубое небо. Итак, продолжаем. Незавершенные дела. Это раз. Это то, что вы еще раз когда-то решили, что вы сделаете, но не сделали. Еще раз, какая-то информация, которую вы услышали, и очень долго тянете, откладываете. Еще раз, ваши клиенты, потенциальные клиенты, которые вас читают тоже так же очень долго, они вас читают, и никак к вам не идут. Им не хватает какого-то, может быть, импульса, им просто не хватает смелости, решимости. С одной стороны, понятно, почему. Потому что, например, даже если вы решите вступить в клуб богатых психологов, вы точно решаете, что вы измените вашу жизнь, потому что вы начнете работать с клиентами, потому что вы начнете зарабатывать. У меня есть достаточно большое количество клиентов, которые боятся зарабатывать большие деньги. Для некоторых 100 тысяч это тоже большие деньги, или там 300 тысяч, 500 тысяч рублей. И они говорят, я боюсь зарабатывать эти деньги, потому что я точно буду зарабатывать больше, чем мой муж, или я точно буду зарабатывать больше, чем там когда-либо до этого зарабатывал. Я вообще не понимаю, что с этими деньгами делать. Ну, то есть очень-очень-очень много страхов, которые сдерживают человека от принятия какого-то решения. И тем не менее, в зарабатывании денег любой бизнесмен, либо бизнесвумен, любая, они вам точно скажут, что быстрота принятия решений имеет ключевую роль. Именно быстрота принятия решений. Я когда первый интенсив про деньги проводила, его, кстати, тоже можно купить отдельно, либо зайти в клуб, купить со скидкой 50% или даже 70%, если вы год покупаете. А, нет, год покупаете, если у вас вообще все интенсивы бесплатно. Вот, либо вы можете
зайти и купить со скидкой 50% этот интенсив по деньгам. Там я говорю про то, что когда вы, к вам пришла какая-то идея, вот просто идея, неважно какая идея, вы эту идею очень быстро реализуете в течение 10 минут. Если вы ее не реализовали, к сожалению, если вы ее не реализовали, то вы вынуждены будете ждать, откладывать. И что происходит с этой идеей? Кто знает, что происходит с этой идеей? Эта идея, к сожалению, протухает. Прям вот она протухает. Точно так же, как тексты, которые лежат. Вы их написали, но не опубликовали. И вы думаете, ну вот сейчас я немножко допишу, сейчас я немножко подкорректирую, сейчас я немножко что-то сделаю. Спасибо за сердечки. Мне очень нравится, когда вот там вот идут справа такие красивые, они такие оранжевые, фиолетовые. Спасибо. Вот, и что происходит с этой идеей? Она точно так же протухает. То есть вы ее отложили, сразу не сделали, потом возвращаетесь к ней через несколько дней, вы думаете, что у вас, да, актуальность уходит, вот Юлия пишет. Все правильно, потому что актуальность уходит, энергия, самое главное, даже не актуальность, знаете, уходит энергия, уходит вот этот вот задор, уходит вот это вот, да. А если вы уже что-то сделали, уже решили, уже нажали кнопку, или уже оплатили, или уже что-то такое сделали, точно так же, как ваши клиенты. Ваши клиенты, когда вам полностью платят за 3 месяца работы, они уже все решили. Они решили, что они изменят свою жизнь. Они решили изменить свою жизнь, и вам легче с ним работать. С ними работать легко. Почему? Потому что они замотивированы. Они уже приняли решение, что они изменят свою жизнь. И точно так же, когда вы приходите в клуб богатых психологов, вы тоже меняете свою жизнь. Вы не просто так видите или не видите. О, все, опять подключилась. Отлично. И поехали дальше. Итак, сказала про незавершенные дела, рассказала про от идеи до реализации 10 минут, рассказала про то, что ваши клиенты тоже думают, и рассказала про то, что они замотивированы изменить свою жизнь, когда они решают вам заплатить деньги. И точно так же приветствую. И точно так же вы, когда решаете вступить к нам в клуб, вы тоже решаете изменить вашу жизнь. То есть вы не просто приходите к нам в клуб, вы решаете, что вы готовы работать с клиентами, вы решаете, что вы хотите работать с клиентами, вы хотите зарабатывать деньги, вы хотите не просто работать с клиентами, а доводить их до какого-то конкретного результата в психотерапии, именно в психотерапии. Добрый день. О, опять. Все, ветер. Ветер. Сегодня ветер в Барселоне. Итак, про скорость принятия решений. Еще раз, скорость принятия решений у каждого своя. Понятно, что мы все разного типа личности. Понятно, что кто-то меланхолик, флегматик и просто медленно думает, может быть. А кто-то сангвиник или такой же, вот как я, очень подвижный или холерик, может быть. И они быстро и резко принимают решения. И тем не менее, еще раз, когда вы принимаете решение, либо ваш клиент принимает решение быстро, то эти люди выигрывают, намного выигрывают. Точно так же, как я говорю своим студентам, которые у меня в клубе учатся, психологи, я им говорю, что, ребята, не ждите долго, публикуйте оффер, публикуйте вот это предложение о бесплатных консультациях очень быстро. Публикуйте, как только вы его опубликовали, люди начинают к вам записываться, и у вас уже все, у вас выхода нет, вам придется их консультировать, вам придется с этими людьми взаимодействовать, вам придется проводить бесплатные консультации и придется с ними иметь дело лицом к лицу. До тех пор, пока вы сидите, например, я не знаю, там вы заканчиваете магистратуру, либо вы учитесь еще где-то, либо вы уже отучились, и вы психолог, но просто много лет не работали, клиентов у вас живых мало было, либо совсем не было. Пока вы сидите, пока вы ждете, либо, возможно, вы просто пришли вообще в социальные сети как опытный психолог, таких тоже психологов очень много. О, опять появилась. Я уже не помню, на самом деле, что я хотела сказать. Я не знаю, вообще вы меня слышали, не слышали, какую часть вы слышали, потому что так часто прерывается из-за ветра, что очень сложно говорить. Итак, быстрота принятия решения, скорость. Чтобы заработать деньги, нужно быстро принимать решения. Чтобы заработать деньги, нужно быстро принимать решения, быстро тестировать. Тестировать одно, тестировать другое. Одно не получилось, берете другое, пробуйте. Один оффер не зашел, одна ниша не подошла, пробуйте другую. Один метод привлечения клиентов не зашел, пробуйте другой метод. То есть вы все время пробуете, и каждый раз вы чередуете разные методы. И обязательно, я люблю очень людей, которые много спрашивают. Я точно знаю, что люди, которые задают очень много вопросов, которые много делают, именно делают, не сидят, не думают, не анализируют, а именно много делают, они всегда выигрывают.
уже вот по опыту заметила, очень много групп набирала, ну, я не знаю, уже, я не знаю, там, больше 100 групп, наверное, отвела за 8, за 7 лет работы. И каждый раз в группе находится 1-2 человека, которые задают очень много вопросов, которые очень активны, которые действительно много пробуют, которые быстро решают, быстро покупают, быстро продают. И у них точно так же быстро приходят деньги, могут быстро уходить, могут не быстро уходить, но самое главное — это обмен денег, который происходит достаточно быстро. Еще раз, они платят коучу, после того, как они коучу заплатили, к ним деньги приходят от клиентов. У меня